Приветствую вас, коллеги. Сегодня знаменательный день для моего канала. Ко мне в гости приехал Александр М. Брест. Саша. Всем привет! На канале Вячеслав Рокава. Не Александр М. Брест. Значит, сегодня мы наконец-то собрались, решились и установили Вячеславу наконец-то на его компьютер Sony Vegas 11 Pro. Значит, нам в этом помог Алексей Морденский, ну и я приперся, чтобы установить это все дело. Ну и сейчас это будет первое видео на канале Вячеслава, смонтированное с помощью программы. Смотрите. Приветствую, коллеги. Вы многие знаете, это Александр М. Брест. Он занимается ремонтом, продажей техники. И сегодня он покажет нам инструмент Ryobi, где один аккумулятор способен заменить все. Александр, расскажи, пожалуйста, что это за аккумуляторный инструмент, как он выглядит? Аккумуляторный инструмент фирмы Ryobi, линейка OnePlus. От одного аккумулятора работает целая большая линейка инструментов. Куча шуруповертов, реноваторы, гайковерты, винтоверты, угловые вот такие шуруповерты. Давай, Саша, пройдемся коротенько по всему. Вот как, что, я сейчас сниму тебя на видео. Коротенько, блин. Коротенько у меня на канале есть про все это. Ну, а мы пробежимся. Ну, а что тебе рассказать конкретно? Вот болгарка под 115 круг. Ну, ты покажи, как в деле, как она работает, что есть аккумуляторную. О, покажу приколяку. Значит, шуруповерт с автоматической переключалкой скоростей. То есть вот, как только усилие достигает какого-то определенного предела, она включает первую скорость. Угу. То есть первоначально, вот спид, это скоростной режим работы, да? Зажимаю, и включается power, то есть сила. Вот такой шуруповерт. Прикольно. Угу. Реноватор, допустим, у них интересный. Естественно, с регулятором оборотов. Головку можно снимать и ставить в любое удобное вам положение. То есть вот, допустим, под угол поставим. С подсветочкой. Помимо этого, здесь предусмотрены другие насадки, которые подходят от фирмы AEG. Там мини-шуруповертик, там лобзик какой-то вроде есть. И ковертик у них вот такой прикольненький. Под 1/2 дюйма. Выушники. У нас расхватывает ударный, да, ударный. Ну, не слишком сильный, но для того, чтобы, допустим, что-то там перебрать, то да, сойдет. Перфоратор с двумя режимами. Сверление, удар со сверлением. То есть аккумуляторный тоже. Достань его посмотреть хотя бы. И это все на одном аккумуляторе. Все на одном. Разные емкости просто аккумулятор еще бывает. Так. Пистолет покрасочный. Достань, Саша, покажи, пожалуйста. Покажи. Краски-то нема. Ну, все равно, просто посмотри. Комплектуется двумя соплами. Вот это, к примеру, сопло, которое обеспечивает такую полоску. Факел, как в обычном пистолете. А есть еще точечный такой факел. Угу. Как точка рисует, такой расплывчатый. Болгарин. Не очень удобный, но прикольный. Низкооборотистый, предупреждаю. Угу. То есть в нем 7,5 где-то тысяч оборотов. Сколько хватает одного аккумулятора, если болгарка работает? Наушники говорили, что на 2 спиленных круга хватает. Ничего себе. Вот электролобзик аккумуляторный, это вообще сила. Саша, ну продолжим, продолжим. Ну опять же, эффектно. Снимаем шуруповерт в АКУ, тыкаем в лобзик и можем включать, к примеру, лазер. Да-да. Естественно, с регуляцией оборотов, вот она, регуляция. Здесь SDS зажим пилочки идет, нычка под пилки, кому надо, допустим. Ну, так, даже такое есть. Подрывчик, 3 режимчика. Ну, такой интересный тоже. Угу. Ну, это вообще супер вот эта вещь. А вот супер вещь. Насос можно применять для подкачки матрасов, к примеру, либо подкачки шин. Включаешь. Выбираешь единицу измерения, допустим, PCI, бары, либо килопаскали. Ну, давайте бары выберем. Настраиваешь, сколько тебе там надо. Завелся. И включаешь. Когда он накачивает нужное давление, сам вырубается. Угу. Прикольно. Угу. Так. Радио даже есть, смотрю. Радио есть.
Вот ударный винтоверт. Это, грубо говоря, ударная отвертка, только электрическая. Ну, такая мощная очень. Этот шуруповерт оснащен ударом. Им можно кирпич сверлить, к примеру. Угу. Ну, сейчас все удивятся. Мини-косилка на том же аккумуляторе. Реально можно косить, да? Не надо можно никаких... Кос... Ну, это подкос. То есть такая косилка годится для чего? Допустим, у вас есть телега-косилка. Угу. И в местах, где она просто не долезла, вы можете подкосить вот таким подкосом. То есть гигантские территории ей, естественно, косить не стоит. Угу. Воздуходувка, листья поздувать. Ну, а, достань воздуходувку. Кстати, очень эффективно, я это говорил. Ну, прикольно. Тоже аккумулятор подключается. Ну, ну пожалуйста. О! Да, нормально такая. Ну, пылюку позгонять хватит, короче. Угу. Вот. И все это вы можете увидеть на моем канале. Саша, слышишь? А вот я уверен, кто-нибудь прокомментирует. Но это же ведь не Hilti и так далее. Это бытовой инструмент. Это инструмент, который более доступен для широких масс людей, да? Угу. И при этом универсальный. То есть я, естественно, не говорю, что он лучше Hilti. Да ни в коем случае. Это просто нормальный аккумуляторный инструмент. Универсальный. Угу. Вот и все. А это самое, как он, его профессионалы тоже им пользуются, ты говорил, бушники, что-то пилят, разрезают. Ну, ладно уж, я, конечно, не профессионал, но у меня, допустим, шуруповерт Ryobi. Угу. Ну, нормально. Уже что-то там 3 с небольшим года вроде. Никаких проблем. Одного аккумулятора мне достаточно, чтобы крутить перфы там на лотке отбойные. Угу. И причем, я его так не скажу, что сильно щажу. А какая гарантия, сколько времени распространяется? Гарантия 2 года. И с сервисом как? Как, если вдруг что-то... Не очень. Лучше не ломать. Ну, как и любой другой инструмент, по сути, в принципе. Нет, ну, по крайней мере, правдиво. Ясно. Все, Саша, спасибо за информацию. Все, ребята, все, всем пока.